Ну, следующая песня особенна тем, что в ней я хочу вспомнить людей, моих коллег, которыми жизнь меня, с которыми я пересекаюсь по жизни, с которыми были очень хорошие и теплые встречи, добрые творческие отношения, с кем-то очень дружеские, с кем-то просто творческие, с кем-то недолгие, но очень приятные встречи в жизни. К сожалению, жизнь имеет обыкновение заканчиваться, и много уже друзей, хоть вроде бы и жизнь еще не очень длинно прошла, много друзей уже смотрят на нас оттуда. Сегодня некоторые из этих друзей будут смотреть на нас с экрана, я буду смотреть на них. И я думаю, что эти люди, многие из вас, узнают их, они вашему сердцу дороги, так же, как и моему. И песня так и называется «Друзья остаются друзьями». И можно аплодировать всем. Часто мне теперь грусть стучится в дверь. Остаются друзьями.